Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Максим Шустрил, Артур Блэк и Григорий Джек Шепард. Здрасте. Всем привет. Всем привет. Мы продолжаем катать во что? Правильно, в Origins. И нам нужно срочно еще одно колесо. Ну, по возможности, конечно, два, но вообще лучше одно. Парни, парни, я поем. Давай. Нормально. Мы в лепестке находимся. Если кто не помнит, в последней серии мы убили пациента 0, Ивана. Или Иван это ученый. И он это и пациент, и ученый. Кому респак нужен? Мне, да. Мне. Где тут ответ? Двухэтажный барак, который находится... Вот ты прям на меня бежишь, да? На втором этаже, да? Да, на втором этаже, как поднимаешься. Ну вообще, так, парни, подожди, я считаю, что... Я от него отойду, тогда он появится снова. Из лепестка мы выжили все, что можно. Я предлагаю валить в другой город отсюда. Тут как раз они рядом все. Нормальный план? Нормальный план. Джек Шепард, подожди. Я возьму этот бинокль. Только аккуратно не сломай себя. Так, теперь я выхожу, и на том месте, где бинокль лежал, ты видел, где бинокль лежал? Нет. Появится. Короче, стой в этой комнате, сейчас появится респак, когда я уйду оттуда. Потому что он это антидуп, такая система. Я вижу. Все, берешь. А здесь пойду к этому домику, и мы отправимся дальше, хорошо? К двухэтажному, где я был? Да, да. Окей. Где респак? Так, ну вообще хорошо. Дома, чтобы мы сейчас не столкнулись. Да, я вышел. Я нахожусь очень близко от дома, но... А, я вижу вас обоих, парни. Так, идите, пожалуйста, к северу. К северу, короче. Угу. Вижу вас обоих, парни, вон я. Ну ты у пожарки. Правее. Прямо на улице я бегу. По дороге. Правее. Понял, правее. В этом заводе я был. Ничего интересного. Нам нужно найти машину и прикрутить к ней... колеса. А сколько у нас колес? У нас колес уже, по-моему, достаточно машины, два. Нет? Два колеса. Так три же было вроде, нет? Три колеса. Он прав, у меня три. Да. Джек Шепард. Я свое Макс отдал, и это третье. Да. Да, так что... Понятно. Ну, три колеса, я думаю, это почти вин. Почти. Почти, да. Не кажется ли, там на заправке какой-то кар стоит? Кажется. Что-то его знает. Я вижу, Зомбачи, козы счастливо. Ничего страшного. Будки собачьи. Помните, в будке собачьи ходили зомби? Да, живущего в будке. Пациент 0, это было круто, конечно. Это было невероятно. Блин, все патроны потратили. Зомби бывает кусачим. Гранату взорвали. Зомбячий. Да, вообще было. Пацаны, дай еще одно, что-то скучно. Но, по крайней мере, у меня ачивка получена. Зарубить пациента 0 топором. Зарубили топором, конечно. Ну так убил 40 пульс Ленфилда высадил туда. Убил-то с топора. С пистолета там сколько. Ну да, это как называется. Неважно способы, важно чем убил. Кто добил? Так, опа, тут машина. Ну она моналась. Уазик. Да, похоже на текстурку. Здесь хорошо, здесь светло. Он гаражик впереди. Нам бы сразу еще Reinforced Metal где-нибудь найти. Мне так понравились местные броневички, они забавные. Да, а тут от первого лица, прикинь, забронируем лобовое стекло еще. Ну, будет весело. Ничего не увидишь. Ну, по крайней мере, ты будешь ехать вперед, ничего не боясь. Ну, да. Ну, правильно. Ничего не видишь, ничего не боишься. Слева наверху две елки как-то так странно были. Текстурная же, по-моему, опять же. Да, такая же. Уверен ты? Да, я уверен, точно это оно. И ты тоже должен быть уверен, брат. Так, давайте мы как-то за правило возьмем держаться друг от друга на расстоянии 15 метров. Согласен. Потому что, блин, я уже боюсь кому-нибудь что-нибудь сломать. Джек Шепард не забудет мою вертушку, как у Джеки Чана. Да, вот так вот до сих пор нам не было. Это город Нина. Давайте, ребята, отправляемся дальше. Входим в Нину. Это Нина была? Да. Слева пожарка вдалеке. Что, туда? Нет. Пожарная станция? Да. Куда? Может, там машина. По дороге. Сколько мы уже бешие? Бешие. Серия. Обалдеть просто. Пора уже как-то это менять. Пора. Да. А что это за... Кустик? Нет, слева какой-то, видишь, типа, когда колеса спаяны, это как-то называется. Забыл как. Короче, гантельки. Гантельки? Я нашел гантельки, ребят. О, нашел канистру. Кто бы ее взял? Я возьму. Здорово. Отходи. Отошел. Я нашел фаера. Тут в этих... То есть на поезд всем плевать, да?
в вагонах лут, я же говорю. Да. Только не упадите, тут, по-моему, ноги сломать в легкую. Я упал. Я упал. Ты не упал? Я поднялся. Че, может, садим локомотивчик, да поедем? Ага, куда-нибудь Walking на Руси обратно, да? Колесо. Take me home, take me home. Кто может потянуть одно колесо? Я могу потянуть колесо. У меня Элиспак тоже есть теперь. Так, Элиспак, Джек Шепард. Давай лучше ты его возьми, да? Потому что мне сейчас нужно будет перекидывать очень много. Как ты на это смотришь? Где она? Я потерял. Обратно уже? Возвращайся на перрон. Там. Я пока в пожарочку зайду, ребят. Ок. Если будет решать, что такое тут. Джек Шепард, быстрее, я здесь погоди. Как... Компинг-тент. Окей. Может, в принципе... Нет, просто свернут. Да капец, блин, тут все бегать надо вообще. Я на пожарочке. Че, как там? Как-то пусто. Нормально. Где же калаш? Калаш что должно выйти из меня сейчас? У кого ребят калаш из нас? У меня. О, винтовка Мосина. Экей 74, который. Что я это? Кое-что должно выйти из меня. У тебя патроны к нему, да? Да, патроны к нему. Сам, да, опять какие-то эти. Боже. Разборки устроили за гаражами на ножах. Это зомби просто недалеко здесь. Uh-huh. Битва за территорию. Я упал, да что ж ты будешь делать? Ты через В заходи туда просто. Я так, пытаюсь залезть, не залазить. Иду к пожарке. Понял, я к пожарке, ничего особенного. Этаж какой, те патрончики. Все, я взял тебе патроны в сумку. А это что за машина? А, это УАЗик стоит разломанный. Рутан, стой. Ты нашел УАЗ? В Алиспаке, раздолбанный. Ага. Uh-huh. Есть? Так, я что-то не вижу. А ты его упал? Вот сейчас положил. Ага, все, взял. Понял. Шоколад. Замечательно. Теперь хоть можно. А как Джерри Кен положить в Алиспак? Нажимаешь сначала на инвентарь, а потом в этот. Нет? Ну да. Инвентарь, что дальше? Нажимаешь на G, нажимаешь Open Back и переводишь его справа налево. А, все, понял. Упс, вы из пожарки-то вышли уже? Да. И куда пошли? Вижу. Надо выйти. Вижу. Ага. Отрубляемся. Что ты там горит? А, это фонарь. Замечательно. Я думаю, что там где горит. Ну хоть никто то. Чувствую, сейчас мы поедем. Какая ночь. Ночь во дворе, пес в конуре, птичка кричит в кукаре. У тебя прекрасный голос, Макси. Спасибо, Артур. Да не за что. Куда мы? Кто? Да. Я думал, машину нашел. Нет. Чувствую, говорит, сейчас поедем. Нет, смысл, что у нас колеса, если мы вообще прям... Поедем на колесах. Я вот понял, что в Metal есть такой персонаж Аксель. Давай сделаем из Джека Шепарда Акселя. Джек Шепард, ты согласен? Говори сразу, не узнавай, не расспрашивай. Просто скажи, ты хочешь стать Акселем? Да. Ужас. Мы тебя не слышим. Неси топор. Да. Ты сейчас лишишься немножко рук и немножко ног. Там, короче, такой два колеса от Белаза, и между ними чувак такой. Короче. У него локти торчат из механизма, и ноги тоже. Он, короче, как встроен. Ох, я чувствую, тут-то точно машина должна быть. Что это за населенный пункт? Да я понятия не имею. Я вас приведу такой. Это похоже на виноград. Или это нет, или это чревний... Это похоже на дома. Это чревний городок, ребят. На вертолете что-то... Ну, вертолет, ты че? Разбитый. Блин, какая-нибудь машина. Так, ну, я все смотрел, местная, я бегусь за вами. Я где-то в сотке за вами. Угу. Жек, нет, ну ладно. Вернись назад. Сейчас такое, а теперь обратно. Тренировка. Блин, ты так сливаешься с лесом, у меня еще что-то так темно, как капец. Сам не знаю, у меня довольно светло.
Хотя я вроде не высветлял ничего. У меня тоже довольно светло, кстати. Ну ты не знаю, почему-то вот все темнее гораздо. Мне кажется, вот во всяких каменях и прочем, там машина, наверное, стоит просто... Ну просто там все нубы, и у них нет колес, чтобы... Это если тихо так тормознем, это была Забиела. Если это была Забиела, да, это сейчас Щеревный городок, и там дальше виноград будет. В городок есть смысл идти? Я бы поел виноград. А я бы нет. Виноград. Выстрел, по-моему, был справа вдалеке, нет? Никто не слышал? Не слышал, я смс-ку слышал. Мы по дороге бежим или чё? Извещение. О том, что телефон зарядился. Нет. О том, что ВКонтакте кто-то написал. Через айпадик. Невероятно. Технологии будущего. Технологии будущего. Забыл отключить. Бывает. Такс. Я что-то ничего не вижу. Кроме зомбачей, которые бегут по мою душу. Шепард, ты знаешь, куда бежишь? Я бегу просто по дороге. Я вообще не знаю, куда бегу. За мной зомби. Ты бы хоть в песочек там свернул, я не знаю. Я просто выдвинулся за тобой, я думал. А ты сейчас знаешь? Я понимаю, что шоссе тут спереди нет. Я бегу прямо рядом с тобой где-то. Только я тебя что-то потерял. Вон ты перешел на другую сторону дороги. Угу. Это как Артур прям, да. Зомби, ребята, вы бежите за мной, да, за тобой. Ну вот, вот то я ни хрена не знаю, куда я бегу. Прекрасно. Да. О, ребята, помните это место? Мы тут уже были. У нас тут была заварушка. Спереди там эти колы. Смотрите, церковь какая-то разрушенная, мостик клёвый. Давайте туда сбегаем. Давай. Она так красиво выглядит. Она какая-то реально крутая. Ну. Ну давай, сломай мне ногу, там кровь, чтоб побежала. Чёртов зомби. Слушай, а к ней вход, по-моему, только с этой стороны, нет? Видишь, какой-то как мостик. Или мне кажется. Ух, как он! Ноги целые? Я думаю, что лучше по мостику бежать, да? Я тоже так думаю. Церквушка прям вах. Вах вообще. Вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай, как в сталкере. Что ж плохого уже было? Пацаны, я маслину словил. Боже мой, дай аптечку, братан. Я вам скажу, что мостик вообще не вперся. Мне почему-то так и показалось изначально. Я просто прибежал туда, где бежит Макс, он только на 10 метров назад. Achievement get. Пробежать по мостику. Ага. Ну, церковь зачет. Ну, вообще, вот это атмосферная такая карта, да? Чем так, можно? Что-то я грести в нее не очень хочу. Ты не побежишь? Ну, давай, я попробую проплыть. Там плыть. Все потеряешь, смотри, я все пойду. Упадет. Все упадет, что ты взял? Или нет? Мы же плавали уже сегодня. Мы сегодня полчаса плыли. Ну, если что, я рискну, если вы не против. Можем больше. Я плыву уже, Артур. Поэтому... Сейчас Шус опять будет ржать. С чего? Сидит опять с админами. Смотрит такой. И тут он говорит, я пойду с тобой. Представляете? И мы как заржем. И не, я такой чуть не заржал. О, парни, там Голгас слева, кстати. Что? Я не плыви сюда никогда в жизни, я сломал себе ноги. Я в текстуре заплыл. Ну, я думаю, сейчас по дороге обратно будет что-то похожее. Ну, чё, дворец, пёс. Только хрустят кости. Кровь бежит. Кости у Джека в крови. И мы не пошли в больницу, потому что вы так торопились машину найти, и мы забили на морфин. У тебя же был один. Я тебе его отдал. А у меня ноги не ломались, братан. А он у тебя есть? Конечно. Слава богу. Но у меня кровь бежит, и пакетов крови больше нет. И ты гребешь. Я гребу. Великолепно. На-на-на-на. У тебя много вижу вообще. Половину, чуть меньше даже. Да, я вижу, кстати, мостик, который идет в церковь, ребят, вы не поверите. Только мостик, да? Мостик, да? Все это время был мостик. Артур, я не знаю, где ты, но я хочу следовать на твой голос. Жек, все гребет. Морфий несет. Ноги его. Где он? Не знаю.
Вы наркоманы, что ли? Найдите меня. Это мы-то наркоманы? Это ты где-то, я не знаю, там упоролся. Тут камыши. Что ты хочешь? Что ты... Это просто залипуха. Я в камышах. Подожди, я тебя перевязываю. Я вижу тебя. Я перевязываю сам. Не трать. Все. Говорит, нет у меня бандажей. А, вон он, я его нашел. Все, мне нужен бандаж у тебя. Закинь себе в рюкзак. Ну, знаешь, тут помнишь, игра такая, Duck Hunt была на дейте? Да-да-да. И тут такой, квак-квак-квак. Somebody! Somebody. Все, пока. Можно я выставлю в эту церковь? Нет, не надо. Ладно. Возьми мне лучше морфий. Я тебя не вижу, где ты? Смотри, я не упрячусь. Да, да. Как Шепард, ты идешь? Нет, мы уже устали там ждать тебя в километре. Он морфий. Я пока еще не морфий. Но я к этому близко. Морфеус, это ты? Я возьму тебя бандаж. Не, ты убежал. Нет, значит, никакого бандажа. Тихо-тихо, не прежься в меня, блин. У нас Валера, возьми скайп. Валера, скайп возьми, Валера. Валера тебе звонит. Ты че, Валера? Я Валера Передоз, да. Блин. Летит что-то! Где? Парни, я вижу вертолет наверху. А да ты гонишь. Он улетает далеко, на 180. У меня вообще звука нет. Ну улетел и улетел. Да, улетел. Так, я пошел в церквуху. Не в ту церквуху? Вот в эту, которую Джек греб. Ты нахрен. По земле пошел. Ты вообще потерял все. Тут рядом мост, типа, есть, ребят. Наступи на него, сломайся все ноги. На 220. И он там, я вижу, мост к этой церквушке идет. Плюс там нет, это все за то, что у меня мало крови. Мало крови? Ты же говорил, там два пакета, братан. Какие два пакета, я тебе говорил? Джек Шепард, все. Просто все, Джек Шепард. А, я ж тебе вливал один, я чуть не забыл. Ну, я один брал и все. А куда остальная кровь делась? Мы не пошли же в больницу, я вам говорил, пойдемте в больницу, парни, надо кровь взять, морфин. Не больничная. Так половина было здоровья от того, что ноги сломал, мне столько хп вынесло. А ты сознание потерял там? Нет. Повезло, так бы утонул, наверное. Я думаю, что нет. О, как круто. Это время была дорожка. О, круто как. Я за тебя там не выстрелишься. Машинально. Я буду жить. Я буду здесь жить. Что, у тебя все сломано? Нет. Слава богу. Ну и чё тут, и ради чего я умирал? У меня 3 кадра в секунду. Круто, все, отлагало. Это все. А я готов, блин, я здесь даже оборону бы держал, на самом деле, нормально такое. Это место очень похоже на то из сталкера, как его там было. Так тут можно наверх подняться. Да, можно, ты прав. Я не полезу. Джек Шепард, это ключное место, зачем мне туда? Нельзя, я и не пойду. Макс так побежал мимо меня, я думал, что столкнет меня в воду и все. Знаешь, как это, летом люди, дети бесятся. Ага. Это было бы хорошее завершение такое. Замечательно. Вау, буль-буль-буль-буль. Итого мы имеем насыщенную серию. Ничего. Лилом. Там, кстати, вот куда ты бежишь, там какие-то здания или что-то. Да-да-да, так я ж в поисках машин все до сих пор. Кстати, мы сейчас бегаем, шутки шутками, я здесь ни разу не был, я думал, многие люди, может быть, тоже, поэтому... Да, это ночная серия, и мы бежим по лесу. Та-да-та-да-та-та. Это типа после вот тех... невероятных серий с замесами на Белове. Да, неплохая разгрузка, чё. Да, такая для мозга, чтобы люди отдыхали. Поболтали на атмосфере. Свободно, спокойно. Ивана выдрали в его рыжее очко. Да. Эль Капоне пишет, мама родная. Так, мы нашли на автостраду, здесь вероятность найти что-то крайне велика. Чё у нас по времени? Да, еще нормально. Хорошо. Я хочу машину. Ну вот не задача. Мы найдем машину. Машина не хочет. Мы как бы. Инсовет Раша. Получится как с бедой. О, стоит машина впереди. Я вижу козла. Я. Кому чего? Я не вижу ничего. Так, ребята. Какая машина? Это же двухместка, по-моему, нет? Да нет, это жесткая. Подожди, а где она? Вон там типа пикап какой-то жесткий стоит. Я вообще, знаешь, что было бы круто найти? Дышки. Саф. А, может быть и его. Саф с Гатлингом. PMC-шный.
Вот. Я Козлова увидел. Тоже его увидел. Uh-huh. Ну, с ДШКМ у УАЗика это, конечно, тоже было бы очень круто. Я бы даже сказал, это лучше. Я играл в моде Breaking Point немножко, буквально пару часов, и нашел отца с шестистволкой. У него баг небольшой. Когда ты стреляешь с него, он стреляет тебя вниз под машину, а не туда, куда ты целишься. Не знаю, ну я в редакторе с него отстрелил. А, ну видишь, видимо. Я с ним один раз А10 посадил. Было смешно. Круто было. Это. Ты хочешь сказать, что это текстурная машина все это время была? Прикинь, по-моему, нет. Это броневик, ребят, и он нормальный. Ну да, только что в него сесть нельзя. А можно? В нем что-то есть. Кто может сесть? Погоди. Так, вы разбирайтесь, я пока тут прикрытие. Ты сесть не можешь, то попробуй сесть там. Так, в нем канистра полная, канистра пустая. Я могу. А двухместный нам не зомби. Тихо. Можно стрельнуть? С пистолетом. Кто мог... Ребята, попробуйте все втроём. Это два выстрела наши? Я и я, оба. Я не могу сесть. Значит, он двухместный, понял. В смысле, почему вдвоём? Двухместный? Да. Я там не сижу. Подожди, вот я сейчас сел сзади. Я сел водилой. Так, я подхожу. Что? Ну, тут есть место для одного человека минимум. А знаете, что на втором кресле? Стоит радио. Или какой-то приемник. Артур, можешь сесть? Сейчас. У меня появилось. Все, я сижу. Мы сидим с Джеком Шепардом рядом. Здесь еще сядь до хрена народ. Да. Парни, ну тогда мы едем. Бензин че? У нас канистра. Там канистра внутри еще, и она пустая. Можно даже заправить на где. А что, колеса там как? Все есть, вообще полные. Только стекла, а нет переднего, правого. Одного нет, сейчас сделаю. Давай. Шикардос. Че, эта тачка, ее никто не собирает ли сейчас, ребят? Вот, я поэтому как-то занервничал тут. Тут, кстати, крепость рядом. Fuel Tank Parts есть у нас у кого-нибудь? Нет. Да нет, я ж парня убивал, у него было, вы че? А да, нет, действительно нет. Так, я запаски в тачку кину. Я пока в дом забегу. Здесь заправка какая-нибудь есть поблизости? Надо же как-нибудь по тупому ногу сломать, чтобы в машине ехать. Ну чё, катаны, поехали? Давай. Сейчас, подожди, буквально. Я не могу найти, где она заправляется. Отъедь немножко, по-моему, ее не зря тут поставили. Я хочу просто найти, если... Она застрявшая. Ну ты колесо же поставил, оно типа там не дыркнулось никак. Нет. Потому что, кажется, кто-то сюда въехал на ней просто. Возможно, вполне. Ну смотри, у нас сейчас, у меня рюкзак вообще почти полный. Отошли все. Я бы всего с нее собрал. Десятое колесо, ну кайфик. Че делаешь? Нормально. Ты выехал. Да. Like a boss. Только я не вижу, где ее можно заправить. Repair, remove. А, у меня канистр в руках нет, господи. Господи. Ну да ладно. Ух, это будет жестко сейчас. Ух, это будет жестко сейчас. Я, блин, даже не представлял, как она ездит, так хотел. Братан, это будет невероятно. Нет, конечно. Где она заправляется? Так, сейчас я ей в гир положу джерикен. Она без бенза? У меня вот в руках джерикен. Я сейчас пытаюсь найти, как ее заправить. Окей. Если только она... У меня, оказывается, тоже этот... С бензином. Нет, внутри, если. Нет. Блин, ладно. Ты не можешь тоже заправить? А вот я нашел, я отсюда, я заправляю, Артур, вот здесь. Угу. Что там по бензину вообще? В самом низу рефью. По бензину вообще пустая. Попить есть у вас? А, да. У меня в сумке можешь взять. По бензину, да. Вообще плохо все. Блин, слушай, на ней прикольно ездить, вообще все видно. Так, по-моему, у меня башка торчит, да? Да, башка торчит. Она не грейдится, кстати. Так, что, поехали, ребят? Так, сейчас, секундочку, я попью. Мне попить тоже бы, да. Ну, возьмите из сумки, из моей. Ладно, нет, я... А, не, у меня есть. Да что ж так долго-то, ребят, давайте уже разберемся в процессе. Ну, все быстренько, раз, сели, поехали. Сейчас, да? Все будет, успокойся, нормально все. Я нервничаю, потому что мы долго здесь. Все, я сел. Так, все, я попил, подхожу. Сел. Кто за рулем? Я, Макс. Я могу поехать. Так, я... Меняться будем, потому что у вас, видимо, вообще обзор шикарный. У нас обзор шикарный. Поехали. Все, поехали. Не видно. Джек Шепард.
Давай смотреть друг на друга. О, у тебя такие очки клевые. Ребята, у тебя глаза такие жуткие. Привет, Жек Шепард. Светло. Привет. Нет, это через директ, чтобы у тебя рот What открылся. Are you doing? Через директ, чат, разговаривай, блин, а то ты такой... Джек Шепард. Что? Не понял, мать. Там, по сути, такая щель слева от тебя. А, нет, это же, блин, окно, и там в уке торчит. Ты в курсе, что у тебя рот не двигается? Да, у тебя тоже рот не двигается. Странно. Нормально. У тебя плохие новости, я не знаю, куда мы едем. Да хоть куда-нибудь приедем. Ой, да, подожди, знаешь, песок. Куда мы едем? Мы сейчас едем куда-нибудь поближе к этому, к месту, где можно найти лодку. Вот. Хорошо, тогда сначала мы заправимся, ладно? Угу. А к тут... Севастополю а? Бы. Ну, Севастополь. Можно а Севастополь сесть. Довольно близко, кстати, от нас. Ну, это здорово. Без понятия вообще. У меня даже карты нет. Топим по трассе просто так. Ух ты! Нормально. У нас еще куча запасок. Мы просто прикрутили одно колесо, прикинь, одно. Да вообще так удачно нашли. Mm-hmm. Только машина такая, блин, крайне увлекательная. Нормальная машина. Велосипед слева стоит. Велосипед? Можно мне велосипед? Долго будешь идти? Ну давай. Да я вас, блин, обгоню, по-моему. Хорошо. Нет, ты так же говорил однажды. Ориентир, куда он примерно? Слева, сзади слева. На другой полосе, сзади. Сзади, 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 сзади. Теперь мне вообще не на что смотреть. 180, назад, назад. Отлично. А, я перепутал, блин, в этой машине не поймешь, где перед, где зад вообще. Ты видишь мою голову? Да это так глупо выглядит. Тихо. По-моему, что-то летит, ребята, поэтому... Мне долго еще бежать, нет? Нет, он на другой полосе, прям сразу, сзади. Вон я увидел все. Нэнси Дрю в поисках потерянного велосипеда. Ага. Так, ну давайте езжайте. Там же бан получать не очень. Привет. Слушай, если начну стрелять, я сразу... Господи, этот велосипед просто упорот, извините. А как ты узнаешь, что начну стрелять вообще сейчас? Ну типа рядом с головой треснет пуля, я такой раз обратно сюда. Блин. Так, что с... За руля, я сажусь сзади. Я могу тут внутрь кинуть это? О, наконец. Давай, маленько, можно? Я могу тут внутрь кинуть это? А, ты мне только направление давал. Но я понимаю, что это трудно, да. Так, я поехал. Да, я тебе скажу. Я не знаю, где. Куда-нибудь приедем, не волнуйся. Блин, она такая медленная. Нормально, а shift выжми еще. Только давай заправку. Если видишь заправку. А где Артур? Я его не вижу. Он слева от тебя стоишь? Да, слева от меня сидит. Тут такая спина. В общем. Забавная машина. Но зато я чувствую себя довольно в безопасности. А я, по-моему, понял, где мы находимся. Сейчас мы, по-моему, приедем в Екатеринбург. Хотя ты нет. Что, когда есть вид от третьего лица, мы можем примерно понять, куда водитель ведет, безопасно или нет. Мы вообще в другую сторону едем. Мы сейчас приедем куда-нибудь в Сабину или в Салибор. Заправку вижу. Отлично. Мы едем в Виноград и Етановск. Как-то могли повернуть направо, но мы едем вперед к заправке. Угу. Знаешь, такое чувство, ты в подлодке. Так, я бы предложил сейчас одному садиться. Прикрытие, мы где-то в сотни метров. Окей, это буду я. С пистолетом в руках. Вышел? И с трясущимся экраном, да. Он вышел. Так, все, мы подъезжаем, а ты как-нибудь рассматривай страны. Ну, раз ты с пистолетом, конечно. Вот так вот я и остался. Господи. Поле чистом. Я что-то сломал, по-моему. Это так забавно смотрится. Так, ладно, паркуемся. Как назовем машину? Я предлагаю назвать ее Цитадель. Цитадель зла, давай. Цитадель зла. А, так, выгружаемся. Понял. Начинаю заправку. Так, братан, это так себе заправка. Подожди, а где цистерна-то? Так вот я же говорю, слышь, тут мертвый человек. Тихо, аккуратно. И у него что-то есть, кстати говоря. Тут два трупа. Я захожу внутрь, Мосберги всякие лежат, Макарычи, чешский бэкпак. А оружие есть? Ну, патроны. Ну, сволочи здесь. У меня был шлемфилл без патронов. Ты где нас высадил, а? Так, мне здесь ничего не надо. Бетонная мешалка, слышишь, будем пилить гараж? Так раз у нас позволяет гир, конечно, будем. Я беру бетонную мешалку. Мешает бетон.
Да, бригада стрейдер, и сами знаете, что делать с самогоном. Вон сзади у нас повторка, надо бы туда будет заскочить тогда. Наверху, когда. Видишь, да? Артур людей. Да. Не, сейчас Джек Шепард поведет, потому что он с пистолетом. Джек Шепард вообще клятый водитель, я за него. У меня трясется экран от малого количества крови, поэтому. Вот, поэтому блин. Ты, по крайней мере, во время перестрелки будешь не очень полезен, а мы, если что, выгрузимся и порешаем. Устроим разобру. Ну, такое часу будет, как будто бы я на кочках еду постоянно. Так, ну что я могу сказать? Кирки я взять не могу, но у меня, по-моему, есть одна. Открою. В принципе, одна и нужна только. Можно я оружие возьму? Это я. Можно я оружие возьму какое-нибудь? Конечно, конечно, двухстволки. Да блин, она отстойная, не хочу такую. А там есть с красными патронами. Я для пистолета лучше возьму патронов. Painkillers. Хорошо, как. Быстрее, братан. Так, я спрятаюсь в машину, пока все это дело. Слышь, мне кажется, здесь маньяка с топором снимать в этой машине просто сам Бог велел. Ага. Кто-нибудь сядет внутрь, а ты такой сидишь. Сейчас он едет. Я ему просто в затылок буду смотреть. Просто все внутри? Нет, я снаружи прикрывал. Иду к вам. Давай. Там человек прямо впереди, есть заводик слева. Такой. Прямо и налево, да? Ага. По дороге. Угу. Так, сажусь. Мне кажется, у меня брюки совсем не гили. А ну. У тебя брюки совсем не гили. Да, у тебя бандиты совсем не гили. Вот я отстойный. Че ты смотришь на меня? Я не смотрю. Че ты пилишься такой, да? Я больной! У меня топор есть. Ничего, у меня есть калаш. Ты даже не успеешь его выходить. Подожди, ты с Мосбергом, что ли? Да. Прикольно. Парни, как вы смотрите на то, чтобы пролезть под забором туда внутрь? Я отлично на это смотрю. Давайте, я вас высажу. Я выхожу. Выхожу? Угу. Сказали то, что когда заводишь машину, если энджин плохой, то она не взорвется. Не взорвется. До 10%. Да. Все, вы заползайте, я отъеду. Зомбаки заспавнили без тока-тока. Так, у нас что-то здесь уже есть. Engine parts есть. Engine красный у нас? Engine? Да, нет. Парни, вы не поверите, вано! Hulu fuel. Да ладно, зачем еще нам один? Еще один вано? Не знаю. Так, стекло же... у нас, можешь стекло взять? Откуда? Артур, куда мы его там поставим? Блин, я не подумал. Можно, можно, по-моему. Да у нас перестали. Сломано одно стекло было. Церквуха? Да, здесь церковь, кстати. Ленин? А при чем здесь Ленин? Ну, я вижу Ленина отсюда. Шепард, а ты где вообще? Я заехал на горку, вот как вы будете выходить, справа наверху будет горка, я там стою, если что, чтобы меня видно не было. Понял. И тут еще магазин есть. Я протупил просто насчет канистры, надо было сложить в гир. Молодец. Придется выкинуть поход. Ну, пока я не нашел ничего такого, что стоило бы смеда. Я перешел во второй завод, Артур. Да-да-да, я вижу. Так что, у меня совсем не гили, да? Штаны у меня обычные? Штаны? Да, штаны обычные. Гили только по поезд. Что-то я вообще лазерок тогда. Так, беру два пайнкиллера. Нашел какой-то чертеж, не знаю, что это такое, но очень интересуюсь этим. У меня два чертежа лежат. Один первого уровня, один второго. На бандита первого уровня был. Он вижу, кто-то из вас в контейнере сидит. Это Артур Скрест. Патроны на ленту. Тут тоже их полно. Нужны? Мне нет. Джек, ты выбросил ленту? Со мной. Давайте. Я взял два рожка. Ах, супер просто. Ну как рожка, две пачки патронов. Ну да. И я обойма не назовешь, да, и магазином тоже. Нашел блюпринт на гараж, парни. Это сильно. А я на большой гараж нашел. И я на большой гараж нашел. Ну я тогда свой выкину. А ну-ка идите сюда, я вас расцелую. Бетономешалку брать еще одну? Конечно. У меня было две, я не У меня есть блюпринт бандит первого уровня и блюпринт хиро второго уровня. У тебя блюпринт бандит первого уровня, да? Нет, у меня нет вообще блюпринт бандита. Но я сам и есть бандит, то есть если что. Окей. То есть это было бы хорошо, если бы ты... Ну у меня лежат они, есть не просят, так что все нормально. Угу. Можем там построить. Цистерночки нет нигде. Поном матча тут лежит. Тут труп человека. Что-то как-то мне эта тенденция не нравится. Уже второй труп человека за 5 минут. Третий, братан, мы видели два. Да. О, гигантская канистра. Круто. Полная? Я к тебе подхожу, сейчас. Понял тебя, братан. Больше там вроде как ничего нет.
Больше, как... по-моему, просто так. Я в цистерне, я не на заводе, я в цистерне. Зомбак. Это ты? Да, это я. Я чуть не сделал. Я же сказал, захожу. У меня МД, сейчас начну шмальбу. Все, спокойно. Ну, не могу сказать, что мы тут сильно что-то поживились. Как канистра надо на 80 литров? Чертеж. Чертеж, да. Так, а бетономешалка у нас есть? Две штуки. Офигеть просто. Сейчас я быстренько возьму гигантскую канистру. Так, что, давай пойдем обратно к Джеку. Сейчас это я посмотрю, что еще тут. Здесь есть са. То есть скорпион. Понял, еще две бетономешалки, жесть. Мужик, возьми воды и отгрузи ее в цитадель. Сейчас. Это ты там заводишься? Да. Подъезжай сюда, бандит. Еще один на ларж гараж. Тормози. Уф. О, меня так чуть не задавил один раз. Я помню, Джек Шепард. Я все помню, да? Нет, нет, не бей, не бей, я прошу тебя, только не ноги. Он бьет тебя, давай. По-моему, у них анимация еще дичайше стала, да? Да. Так. Вон Иван, кстати, точно ходит. Может его задавить? Не работает. Па-бам, па-бам, па-бам. Машину! Машину! Постреляю. Ох, япономать, я что-то перехотел. Я не в машину, в машину! Ну, я машину. Я не сижу. Я сижу. Так, поехали. Так, мы строим броню. Мы строим гараж. Да, направо или прямо? Давайте закончим серию на этом, ребят. Давайте. Да, в принципе, можно. Все было замечательно. Надеюсь, вам понравилось. Мы нашли цитадель. Иван, я его задавил. Цитадель зла. Насмерть? Не знаю, я не посмотрел назад. Посмотри, ты что? Тормозни, я посмотрю. Так, воно. Ой, бьет. Он бежит, он свой. Садись, едем. Это он бьет? Он бежит! Тихо, не могу сесть. Не ехать или что? Нет, стой! Он стою. Не бежит, это остальные бегут. Да я видел его! Зомбик стоит, бьет вас. Кто-то у машины его бьет. Проедь чуть-чуть вперед, я боюсь. Баня бежал, вот надо говорить, что его там нет. Не-не, вон я спереди, видишь меня, Джек Шепард? А, ты на лаге, я понял. У меня зомби летают вперед-назад. Нормально. Все, садись. Да блин, давай быстрее. Завершили серию. Сел. Спасибо, что были с вами, парни. С вами были Джек Шепард, Шестрила, Артур. До скорых встреч. Всем пока. Пока.